Компания IFX Technology продемонстрировала возможности пожарной техники и оборудования импульсного пожаротушения на базе учебного пункта МЧС России по Ульяновской области. Переносные системы пожаротушения, сделанные по немецкой технологии, теперь будут изготавливать в портовой особой экономической зоне региона. На презентации при помощи современного оборудования были потушены три очага возгорания. Это резиновые покрышки, деревянные палеты и очаг возгорания в жидком топливе. Результат впечатлил всех зрителей. В ближайшие сроки с минимальным использованием огнетушащих веществ удалось победить стихию. Ну, эмоции, конечно, положительные. Что еще радует, это система пожаротушения будет изготовляться у нас в городе Ульяновске. Система импульсного пожаротушения IFX действует за счет моментального выбрасывания с высокой скоростью огнетушащего вещества в очаг возгорания. Как отметил учредитель компании Андрей Классен, оборудование может применяться на промышленных объектах, складских помещениях, в процессе строительства крупных объектов и на транспорте. Происходит вот таким образом. Значит, через нажатие открывается вентиль и... Начинаем противодействовать на ранней стадии, чтобы как можно быстрее привести к тушению. Локализовать. Это раз. Локализовать, да. Во-вторых, чтобы действовать, не дожидаясь основного наряда. Производство ранцевых установок и ручных стволов уже запущено. В начале следующего года планируют приступить к изготовлению автомобилей быстрого реагирования. Планируется, что оборудование будет поставляться и для ульяновских спасателей. Напомним, соглашение об инвестировании в запуск нового предприятия подписали в этом году на консультативном совете по иностранным инвестициям в Ульяновске. Алина Тихонова, Юрий Конихин, Улправда ТВ.